Представитель Украины на Евровидении 2018 сгорит и восстанет из пепла. Это сюжет клипа, об этом уже написала украинская «Комсомольская правда». Вместе с Мэллоуином будет и украинская красавица Юлия Гершун. Она завоевала много титулов конкурсов красоты. Кстати, напомню, Мэллоуин не женат, о личной жизни предпочитает не распространяться, а тут такая девушка рядом. Быть может, развязка совсем скоро. Основная линия клипа – борьба с самим собой, трудностями, которые мешают идти к успеху. Обещают, что в клипе будет и огонь, и ветер, и, конечно, же искусительницы. Да и есть украинская красавица Юлия Гершун. Произведение появится уже в середине апреля. Будем ждать. К тому же песня у Мэллоуина действительно очень достойная, очень любопытно посмотреть, какой же будет клип. Кстати, а как вам Мэллоуин? Нравятся ли его песни? Каковы шансы войти в финал? Пишите в комментариях по 100-бальной шкале от 1 до 100. Кстати, тем временем очень набирает популярность канал Мэллоуина на Ютубе. Там есть видео, где в частности видно, как Мэллоуин выпекает печеньки с ММ Дэнсом. Запечь при температуре 180 градусов на протяжении 10 минут, не больше, чтобы они нас просто не сгорели. Мэллоуин признался, что обещает удивить номером, говорит, что такого еще не было. Пока же вы можете посмотреть только выступление Мэллоуина в финале украинского отбора. Песня очень яркая, у него глаз, там линза. В середине номера он бросает свою вещь, зрителям на сцену поднимается по мосту к рояля, играет на нем, и помост загорается. Действительно, очень интересно, эффектно. И вот как вы думаете, чем же еще может удивить Мэллоуин? Что можно добавить к этому номеру? Кстати, совсем скоро у Мэллоуина день рождения, на 11 апреля, не забудьте его поздравить, с 21-летием. Человек, он действительно целеустремленный, учитывая, что в таком раннем возрасте уже представляет страну на этом конкурсе. Сам он из Одессы, играет на фортепиано и гитаре. Кстати, я сам тоже окончил музыкальную школу, тоже играю на фортепиано, есть слух. Собственно, поэтому и помогаю вам с новостями на тему Евровидения. Напомню, что следить за ним на моем канале не только интересно, познавательно, но и выгодно. Кто-то из подписчиков получит $100. Удачи вам! Евровидение 2018 пройдет с 8 по 12 мая. Мэллоуин во втором полуфинале. Там же Россия и важно из 18 стран попасть в десятку. Но представителю Беларуси Никите Алексееву куда сложнее, потому что он в первом полуфинале, а там из 19 стран важно попасть в яблочко. И вот к тому же в этом полуфинале есть Израиль. Это Барзилай, который прочит первое место и говорят, что место в финале ей уж точно забронировано. Я продолжу следить за новостями Евровидения. Впереди свежие факты, интриги, расследования, разоблачения специально для вас.